Катя Лель приняла участие в популярной программе «Суперстар». Возвращение на этот раз исполнила хит Ирины Аллегровой «Странник». После исполнения хита Ирины Аллегровой «Странник» он вспомнил, что изначально эта песня Игоря Николаева предназначалась для Аллы Пугачевой. Однако примадонну возмутила фраза «Мой малыш», и она наотрез отказалась от песни. Зато потом, по мнению Соседова, выходила замуж только за малышей. Песня «Странник» была написана Игорем Николаевым для Аллы Пугачевой, но ей не понравилось это слово «мой малыш». Она сказала, ну что это, малыш. Хотя потом она именно выходила замуж только за малышей. А это было написано до того. И тогда Игорь Николаев переключился на Ирину Аллегрову. Она спела ее, и песня стала настоящим хитом. Алла Пугачева отказалась от песни «Странник», а вот Ирина Аллегрова сразу согласилась и не прогадала. «Странник» стал хитом и отчасти визитной карточкой императрицы российской эстрады. Зато Пугачева от чего отрекалась, к тому в итоге и вернулась.